Несколько лет назад за моей тетей ухаживал один мужчина. И это так странно проявлялось. Он приносил то 5 килограмм муки, сахара, пятишку подсолнечного масла, то заявлялся вонючий в камуфляжном костюме с говяжьей вырезкой сырой. И я думала, что это просто отвратительно. Как можно дать женщине, которая тебе нравится, вот такие вот обычные повседневные продукты, не конфеты, не что-то роскошное. А теперь я зашла сегодня в магазин и понимаю, что литр самого дешевого подсолнечного масла стоит 60 рублей. И мне стало так тоскливо на душе, и хочется, чтобы появился человек, который тоже вот так вот будет врываться в твою жизнь, давать тебе продукты и опять... исчезать на неделе. Это так замечательно. А пока мне вот один хороший сосед подарил очень много сахара, и я была весьма тронута. Это лучше, чем цветы и внимание.